Всем привет, меня зовут Скрэчи, мы продолжаем играть в Майнкрафт, и сегодня со мной Феликс. Здрасте всем! И это новая серия жизни Флэша, погнали! В общем-то, ребят, как вы и просили, сегодня ко мне в гости пришел Феликс для того, чтобы обрести силы и стать спидстером. Так ты что делаешь? Отдай свой костюм. Я тебе не отдам свой костюм, потому что у тебя будет свой костюм, и мы дадим тебе еще силу скорости. Так, подожди. Нет, мне. Да нет. Потому что это мой костюм, смотри. Здесь ты видишь ускоритель частиц. При помощи него я облучу тебя темной материей, и ты получишь суперскорость. Ну а теперь... Не страшно. Не страшно. Все, пойдем, пойдем, я тебе проведу небольшую экскурсию, и ты сам себе сможешь выбрать костюм, хорошо? О, давай, да без проблем, я хочу какой-нибудь крутой, самый крутой навороченный. Где как? Смотри, я в прошлой серии улучшил свою систему безопасности, и для того, чтобы открыть эту дверь, мне нужно посмотреть в этот сканер, но я не буду смотреть. Я же не смотрел. А я тут. Ладно, смотри. В общем-то, ребят, для вас тут тоже много всего нового. Во-первых, я заменил старые стенды для брони, потому что от них очень сильно лагало, и теперь вся броня стоит на обычных стендах. Также я начал создавать второй этаж. И просто посмотрите, как это круто. Даже лезть... Да что делаешь? Я ж тебя сдую тут. Как ты меня сдуешь? Ой, что ты слабый. Вот руками своими махаешь, да? Опа, интернет и все ваши. В смысле слабый? Ты знаешь, что я могу сделать вообще? А, ну все, давай, иди побегай там на улице. Твоя крепость теперь моя. Не-не-не, подожди, подожди. Ты все равно теперь двигаешься безумно медленно, а я как бы Флэш. Но я тебя все равно могу ударить даже с такой скоростью. На. Так, все, ладно. Попал. Да ничего ты не попал. Все, все, тихо, не дерись. Смотри, у меня... Я вообще к тебе с добром, потому что я хочу дать тебе силы, дать тебе скорость. Ты выберешь один из костюмов. Смотри, есть обратный флеш. Он еще подожди, не занят. Ты исчез. Я на первом этаже. Ты исчез, тебя там нет. Это пранк? Нет, я тебе серьезно говорю, тебя просто тут нет, ты исчез. Короче, пранки, понятно. Так я тебя не вижу, я тебе серьезно. Смотри, есть костюм обратного флеша. Пока он не принадлежит просто никому, учет своровал там. Что, пойдем добывать? Да-да-да, сейчас будем добывать. Потом есть костюм зума. Он принадлежит мистеру челленджу, прикинь. Ого. Да. Да, выглядит очень страшно, согласен. Да, очень. Я бы хотел его, но жалко, что его уже заняли. Да, потом есть костюм Савитара, бога скорости. Но это мой костюм, который будет моим в будущем. Позже ты поймешь, о чем я говорю. Ну и также костюм Кит Флэша. Пока на данный момент больше костюмов нету, так что выбирай, какой ты хочешь. А какой для меня доступен? Ну, ты можешь выбрать обратного Флэша или Кит Флэша. Обратный Флэш, который бегает назад, типа, быстро? Нет, он бегает вперед, он просто обратный Флэш. То есть задом назад он бегает, типа, нет, быстро? Он передом вперед. То есть задом. Ну ладно. Тогда возьму Кит Флэш. Да. Ого. А Кит Флэш это означает то, что я ребенок Флэша типа еще быстрее? Нет, ты малыш Флэш. Кит Флэш это, короче, из параллельного времени, там, из флешпоинта персонаж, но потом он переместил. Короче, очень все сложно. В общем, ты Кит Флэш, ты не ребенок. В общем, Феликс, ты готов получить скорость, как у меня. Ну ты понимаешь, что даже если ты стрельнешь, ты в меня не попадешь. А ну, 3, 2, 1. Ну давай. Не получилось. Так, все, ладно, давай мы будем наделять тебя скоростью. Возвращаем обычную скорость. Смотри, для того, чтобы тебе получить скорость, тебя необходимо обработать темной материей в ускорителе частиц. И, кстати, мне нужно будет потом проверить твою силу, так что мы сразимся с тобой в забеге, в гонке. Ладно, мне страшно. Да, и мы пройдем с тобой еще несколько испытаний, чтобы понять, кто все-таки быстрее. Ну, а также мы с тобой отправимся в небеса. Сейчас я тебе объясню. Смотри, если ты посмотришь наверх, ты увидишь там такую вот звезду. Ты знаешь, что это? Это, по-моему, с карманными питомцами там данж связан. Да, там какой-то секретный карманный питомец находится, и нам обязательно нужно в этой серии будет посмотреть, что там да как. Так, ладно, залази в ускоритель частиц. Так. Ой, что случилось со мной? Я не понял. Алло, я ничего не могу сделать, чувак. Давай быстрее. Смотри, для начала мне нужно эту штуку заполнить водичкой. Я точно так же отдавал силы мистеру челленджу для того, чтобы он стал зумом. И, понимаешь, после того, как все произойдет, немножечко произойдет бубум, взрыв. Ты понимаешь, бубум, взрыв будет. Да, я понял тебя, давай быстрее, я не могу все равно отсюда слезть, я смирился. Да, смирись с этим, скоро все поймешь. Так, смотри, я набрал еще 3 ведрышка водички, я готов их, в принципе, вот сюда, подожди, вот сюда заливать. Так, все, воду я залил, и теперь осталось только активировать. Нет, надень броню обратно, чтобы было пафоснее. Сейчас тут немножечко тебя прикрутим, оба, и оба, все, теперь ты точно не вылезешь. Короче, смотри, прямо сейчас мне нужно принести источник питания, а именно редстоун факел, так что нужно его прямо сейчас скрафтить, и ты обретешь мощь, силу, скорость. Короче, ты будешь вообще крутым очень, прикинь. Да, ну давай быстрее уже. Давай, слушай, а если ты сидишь... Не, я не могу тебя сдуть. Короче, ребята, забыл вам рассказать. Ребят, я вне серии прокачал свои способности, и скоро у меня будет новый уровень. На данный момент я умею бегать.
бегать по воде. Скоро, совсем скоро, на 18 уровне я смогу фазировать, то есть проходить сквозь стены и так далее. Вот если вы сейчас посмотрите, я уже могу бегать по воде. Прикинь, Феликс. А, сейчас зевну. А, вау! Подожди, ну ладно, я не забыл про тебя. Я активирую, прямо сейчас начнется заряд. Да, заряд пошел. Я закрываю дверцы. Хотя зачем я их закрываю? Их все равно же выбьет, блин. Ну и все, ты там это, крепись, все дела. Все нормально, что ты там делаешь? Но ты это, долго там не... О. Ой, 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 что произошло? Все, я тебя поздравляю, Феликс. Теперь ты официально спидстер и обладаешь силой и скорости, понимаешь? Я думал, это внепланово, я думал, это я как-то взорвал. Я думал, я крутой. Нет, нет, ты не крутой. Ну ладно, тогда, что мне делать? Теперь вот. Я могу быстро, теперь я могу убежать. Подожди, ты стойку с авитаром снял, блин, снес. А где она? Подожди, мне нужна стойка для брони. Срочно стойка для брони. Берем две штучки, потому что, ты понимаешь, вот здесь стоял савитар. А ты броню бога скорости. О, нет, теперь он снова здесь стоит. Ну, я его поставил, потому что... Ну все, давай быстрее, что делать? Так, смотри, ты можешь активировать скорость, молнию. Сколько у тебя делений скорости, расскажи мне. У меня... А, все, я могу как-то активировать... А, и правда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять, всего девять? Смотри, даже если... Вот, наболтай просто скорость на максимум. О, ты увеличил скорость. Так, стой, подожди, запрыгивай на крышу. Так, я тут аккуратно. Так, смотри. Я очень быстрый стал. Все, мы зашли с тобой в специальный такой фазинг. И для нас время кажется гораздо медленнее. И смотри, мы можем с тобой посостязаться и проверить, кто быстрее. Мы можем начать с самого простого. Так, вот, иди вот сюда куда-нибудь встань, короче. Куда? Я улетел. Непонятно, куда я очень долго лечу. Ты еще не умеешь пользоваться просто скоростью своей. Ладно, давай я сделаю время нормальным, чтобы ты вылез, выползай, все. И беги сюда. Ну слушай, ты хоть и быстрый, но ты безумно медленный для меня, понимаешь? Да, может, посоревнуемся. Ну давай, все, выбегай отсюда, давай проверим. Потом мы с тобой сгоняем за питомцем. И я хочу с тобой сразиться все-таки в нормальной схватке. И если ты покажешь, что ты крутой, то мы с тобой в следующей серии сразимся с Зумом. А, Зум это тот чел, который наш враг? Да, конечно, без проблем. Да, правда, так. Его надо найти, наверное, как-то, да? Да, ну, найдем, не переживай. Так, иди сюда, встань вот так вот к порталу, и мы будем тестировать нашу скорость. Так, у тебя так плащ развивает. Смотри, насчет, я даже дам тебе фору, две секундочки. Нет, ну, секундочку, давай. А куда бежать, подожди? Просто беги туда, кто первый до леса добежит, можешь начинать бежать. Давай, раз, два, три, бам! Да, ты побежал, я тоже побегу, пожалуй, уху! Че, как успехи? Ты не сильно быстрее, на самом деле, я так могу сказать. В смысле не сильно быстрее? Пока ты сюда бежал, я уже мог, ну, добежать до дома. Вот, посмотри, с какой скоростью я бегаю. А, вот. Ну-ка, я быстрее все равно до дома добежал. Раз, два, три, и я у дома. Подожди, я просто у речки был. Все, я у дома тоже. Давай, перед тем, как мы с тобой будем сражаться, я предлагаю все-таки отправиться наверх. И у меня есть гениальная идея. Вот я Флэш, а что если я стану ангелом скорости, ангелом Флэшем? Ты хочешь этого? Смотри, я предлагаю тебе просто сделать крылышки для того, чтобы улететь. В принципе, нужно два перышка и специальная Fairy Dust, которая, кстати, у меня, по-моему, где-то в сундучках валялась, если я ее не выбрасывал нигде. Вот, железную кирочку ты возьми себе. Да, у меня деревянная была, ну ладно, железная. Так, нам нужно, получается, немножечко, 4 кусочка золота для крафта крылышек. Также нам нужен алмазик, который у нас тоже есть. Помимо этого, нужно два перышка. Смотри, пока я, короче, ищу Fairy Dust, ты должен принести мне два пера, убить курицу. А, ну это без проблем, у меня есть меч на добычу. Все, я пошел, да? Да-да-да, беги-беги. Окей, опа, и опа. Так, а что ночь на улице? Надо тут двери тоже заменить. Короче, все, ладно, беги. Так, ребят, прекрасные новости. Я нашел то, что нужно. А именно вот эту вот пыль Fairy Dust. Правда, она всего одна, и у нее нет EMC, к сожалению. Что, на самом деле, немножечко печально. Но, в принципе, какая нам разница? Одних крылышек, я думаю, нам хватит. Так что погнали наверх. Так, Феликс, что ты там? Скоро курицы принесешь? Да, я все уже добыл, правда. Я тебя найти просто не могу. Я дома. Дома? А, все, окей, тогда я захожу потихоньку. Не могу прыгнуть к этой скорости. Давай. Так ты можешь ее уменьшать. А, да, а, точно. Держите два пера. Ага, я думал, ты мясо уже мне тут даешь. Давай, два перышка я этих засуну в стол трансмутации. Теперь, в принципе, отсюда могу их забрать. Ну и наконец-то скрафтить крылышки, которые нам очень сильно нужны. Правда, на это время мне нельзя будет быть флешем, потому что я буду гореть. О, ого, а мне можно такие крылья? Типа... Подожди, я случайно сдвинул стойку для брони. А, ты типа ангел флеш? Не, я просто скретч с крыльями. А что у тебя за генератор такой на сердце? Это тахионный ускоритель, который добавляет мне дополнительную скорость, если мне это
понадобится. Ну и это тебе... Да. Хочу. У меня маленькая скорость какая-то. Хотя мне кажется, она большая, но что-то по сравнению с тобой реально маленькая. Ну скоро все будет, не переживай. Так, ладно, я активирую крылышки, ты меня видишь? Так, где? Да, я вижу. Ну, блин, ты улетел. Но я тоже что-то хочу. Да сейчас я просто заберу то, что мне нужно, вернусь назад и стану флешем. Так, здравствуй. Что, без меня? Питомец, грибная корова, два алмаза, также какие-то самородочки, лед, незер кварц. Блин, он был так близко. Он мне очень нужен был раньше. Но, в принципе, все, что нужно, я достал. Так что я могу, в принципе, спускаться. Ты внизу ждешь меня? Так, я спускаюсь. Ты меня видишь? О, да. Я вижу молнии, они выглядят очень круто. Бегай, бегай. Ой, где? А, мои молнии видишь? Да. Это выглядит очень красиво. Так, ладно, я практически прилетел. Эти крылышки, в принципе, мы использовать толком с вами не будем. Они нам нужны только в очень редких случаях. Так что повесим их сюда. Но остальное барахло можем, в принципе, выбросить в сундучок. Так, смотри. У нас появился питомец грибная корова, которая дает нам эффект костной муки. Прикинь просто. Офигеть, я в дом зайти не могу. А, все вот. Ну, потому что ты кит-флэш, ты... Ну, ты еще не опытный, ты только им стал. А ты ребенок, да, типа? Нет, ты не ребенок, ты кит-флэш. Так, ладно, короче, я теперь заменяю эту табличку и официально вписываю Феликс в скобочках кит Флэш. Все, ты официально теперь с этой минуты кит флэш. Так что я могу тебя поздравить. Ты куда снял? Надевай. Я могу, получается, обратно броню класть? Ну, можешь, да. Теперь с этого стенда ее никто не тронет, кроме тебя. Ну и меня. Да, а почему другими нету? Тут, например, а, челлендж написано. А здесь обратный флэш. Я мог выбрать обратного флэша? Да, но ты выбрал кит флэша. А можно савитара выбрать сейчас? Нет, савитар это... Ну, это, короче, ребят, все узнаете. Это буду я. Но позже вы поймете, что это значит. Так, надевай свой костюм кит флэша. Мы все-таки должны с тобой сразиться в раунд. В поединке. Я даже не буду использовать тахионный ускоритель, так уж и быть, который дает мне дополнительных 5 строчек скорости. Ну да, да, ясно, как всегда. Не, ну слушай, вот давай, я прямо сейчас без тахионного ускорителя, и мы можем, в принципе, с тобой также протестировать до леса скорость. А ну-ка, ой, что-то я замедлился. Ну потому что я вошел в силу скорости, давай. Так, куда, куда, прямо? Да, прямо, ну можешь бежать уже. Раз, два, три, побежал. Но я все равно, видишь, я даже без ускорителя быстрее, чем ты. Ну, не сильно быстрее, но все равно быстрее. Ну, в смысле, я уже вернулся к порталу. Ты понимаешь? А зомби только к нам подбежал, который, знаешь, на тебя шел. А он что-то тоже какой-то быстрый, посмотри. Нет, вот он, никто не быстрый. Мне показался тот мелкий. Так, ой, ладно. Мне так нравится, как камера дергается прикольно в слоумо. Давай все-таки с тобой сейчас сразимся. Подожди, рано. Так, ну что, Феликс, ты готов сразиться со мной на высокой скорости? Да, готов, давай. То есть мы сейчас в этом ускорении в слоумо будем драться? Да. Ты готов? Я готов. Давай, раз, использовать можно все, да? Получается все? А куда ты прыгнул-то? Ой, все понятно. Я буду вокруг тебя бегать и создавать ураган. Бам! Первый удар, второй удар. Ты даже удары не умеешь наносить, мальчик. Я пытаюсь... Бам! Да, все, все. Ладно, поехали. Поехали. Ладно. Ты кит флэш. Покажи скорость. Видал, что я умею? Ты просто не умеешь удары наносить, мальчик. Сколько у тебя хп? У меня полный практически. Полный, да? Не забывай, что я умею бегать по стенам, там все дела, понимаешь? Без двух сердец у меня. Опа, ой, фига. Ну, по стенам ты, мне кажется, неправильно используешь свои способности. Да, ты что говоришь? Я использую свои способности так, как это нужно делать, понимаешь? А сколько у тебя хп? У меня много. А у тебя? Блин, я тоже так хочу. Я куда-то улетел. А я еще и по воде умею бегать, не забывай. А, не, ну нафиг эту воду твою. Так, я лучше отбегу куда-нибудь, отпрыгну. Куда давай, отпрыгай на меня в воздухе. Подожди, все будет нормально. Нет, опасный я момент. Изи. Я требую реванш, слушай, я требую реванш. А что так просто? Ты вроде как флэш, который быстрее гораздо может останавливать время, даже для меня быстрого, но при этом я тебя завалил. Да просто... Стоп, а у тебя какой меч? На остроту? У меня острота 1, добыча 1. А, у меня просто острота 1. Ну ладно, это не считается. Так, смотри, давай, я предлагаю тебе реванш, только теперь я буду драться в полную силу, чтобы доказать тебе, что я все-таки... Да подожди ты! Да ладно, все. Так, ну что, ты готов? Да, готов. Да, поехали, юху! Погнали, ты даже меня ударить не сможешь на такой скорости, ты же понимаешь. Ну я могу еще сильнее ускорить, точнее замедлить. Давай, мне интересно, насколько ты еще быстрее будешь бегать. Я замедлил еще время, я вошел в более жесткий спидфорс, и теперь я готов с тобой сражаться. Чё-то вообще слишком, мне кажется, чувак. Я даже тебя ударить не могу, чересчур. А я могу тебя ударить. Тебе нет, больно? Ты тоже меня не можешь ударить, тебе тоже тяжело. Ты по мне не попадаешь. Вот. А, вот попал. Здесь главное поймать волну, так сказать. Ну, слушай, ты слишком медленный для флэша. Ты же это понимаешь? Ну да, но ты что-то сильный какой-то, блин. Я по тебе уже несколько ударов одновременно нанес, понимаешь? Ты мне снял всего пол сердечка. Ну ладно, три сердечка ты мне снял. Три сердечка? Да.
У меня... О, господи. Так, ладно. А сколько у тебя? У меня, ну, совсем немного остается. Но я не знаю, как тебя ударить. Да потому что ты медленный, ты кит флэш. Ты еще знаешь, ты еще не научился, ты только им стал. Но мне предстоит обучить тебя силе скорости. И потом мы с тобой сразим зумы и советара, и всех, короче, сразим. Совсем немного. Ай, я сейчас умру скоро. У меня 3 хп. У меня 2. 2 хп. Так, давай. Я должен тебя вольнуть. Ты... Да как? Че-то ты туда-сюда бегаешь, нормально ускоряешься. Да, все понятно, короче. Все понятно. Профессиональный PvP-шер, значит, ты дополнительно на огромной скорости. Все понятно. Профи Майнкрафта. Ну, ребят, можете прямо сейчас похвалить Феликс в комментариях, потому что он победил флэш. Ё-моё, блин, капец. Достойно уважения, между прочим. И смотри, Феликс, также необходимо скрафтить одну штуку, которая называется инъекция. Она нам нужна для того, чтобы мы смогли, если что, выколоть из себя силу скорости, если вдруг нам придется это сделать. Ну, мало ли что будет, я не знаю. В общем, нам нужен тин, который я прямо сейчас размножаю в столе трансмутации, и также при помощи молоточка я должен сделать из него пластинку. Так, а где молоточек? А вот он, молоточек. Сейчас все будет, Феликс. Сейчас ты поймешь. Давай, показывай, мне интересно, как крафтится. Да, сейчас все будет. Короче, создаем тинплейт. Теперь размножаем его в столике трансмутации. Нам понадобится это 2... Для магии, да, типа магия. Да ничего, какая магия? Да... Ну, трансмутация, магия же. А, трансмутация это магия, да, согласен. Так, серебро я тоже на всякий случай размножу в столике трансмутации. Это нам... А зачем магия в технологиях? Знаешь, что очень высокие и развитые технологии неотличимы от магии. Вот я тебе тоже об этом хотел сказать. Мне казалось, что ты об этом не знаешь. Да, все я знаю, все я знаю. По магия факту... это совершенная наука. Да, все, я беру 2 дополнительных железка и создаю вот эту вот инъекцию, которую теперь я могу засунуть в столик. И смотри, Феликс, я даю это тебе. Вкали это в себя. Я больше не быстрый? Нет, ты больше не быстрый. Почему? Потому что теперь твоя сила скорости находится в инъекции. Ты можешь, вот, в принципе... Я, зачем мне? Ты мне сказал вытащить это из себя. Все, я брат тебя. Опа, я побежал. Куда ты побежал? Да ладно, ладно, давай, давай. Что ты хочешь сделать? Кстати, я хочу кое-что сделать. Я только что прокачал новую способность, и теперь я могу фазировать. Что это такое? Смотри, смотри на мой костюм. А, ни хрена, ты сквозь стены можешь проходить? Да, смотри внимательней. Ой, я снял костюм. Вот теперь... А без костюма можешь? Да, без костюма могу тоже. Смотри, я просто нажимаю и прохожу сквозь стены. Вот. Это называется фазирование, то есть я вибрирую, так сказать, на чистоте воздуха, и поэтому все для меня кажется неосязаемым. А мне казалось то, что ты маленький, как человек, муравей становишься и так же проходишь. Нет. Вот смотри на меня, вот, посмотри на меня быстрее. Я вижу. И, кстати, этой штукой очень часто пользовался обратный флэш. Вот теперь, знаешь, я могу тебя победить в любой схватке. Ты же понимаешь? Но я не хочу уже сражаться с таким флэшем. Ну, это ты видишь. И ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить новую серию жизни флэша. И, по-моему, она получилась безумно крутая. И если я тоже так думаю. Да, и если вы хотите, чтобы Феликс больше приходил в мои ролики, то обязательно переходите на него, во-первых, в описании. Ну и, во-вторых, ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы. Всем пока! Пока-пока!